Идеальная комбинация им, я считаю. Остальное слишком изи. Кстати, серьезно, я не играл в эту игру ни разу. Ну ладно, попробуем. Так, что за порча, кстати? Болезненно выглядящая порча. Зловещий багрянец. А что это такое? А! А, ну типа пускай случайно будет. Тогда пускай будет случайно. Это рандом. Он как бы всегда против меня играет, поэтому это сложно. Ну все, 100% максимальная сложность, особенно в семи, это в сиде. Mm-hmm. Все, поехали. Давай камешки собирать сейчас будем, наверное, там. Что там вообще делается? Ну, короче, сейчас узнаем. Камешки там, это землечку. Пизды получим. Тусовщица не приедет, пока в вашем мире не будет множества других гостей. Это типа надо много друзей иметь, чтобы приехала эта тянка. Ясно. Круг самобичевания можно устроить. На самом деле, если что, я первый раз в эту игру ну, вообще, first experience. Вот все, что я вижу, это в первый раз. Вот эти вот деревья. Даже не знаю, как деревья здесь выглядят. Они вот так выглядят. Интересно. Без проблем. Так, ночью надо строить дом, понял. Ну это я могу коробку. Я надеюсь, здесь коробку можно построить. Не обязательно замок какой-нибудь, да, колотить. Во время разговора с торговцем вы можете продать вещи в своем инвентаре, нажав левый Ctrl и маус One. Офигеть, здесь даже бонус. Система бонусов есть. Не понял, блядь. А, понял. Оля! Так, стоп. Так, стрелочки не играют, значит так. Отлично, прекрасно. Ну-ка. Так, это какие-то слизни есть. Какой-то чел есть. 1, 2, 3. Так, ну еще так, хорошо, прекрасно. Хуярь его! Я, блядь. Мне чем, топором. Пошли. На. На тебе, сука. Все, да? Джефф. Джефф, тебя тоже охуярить? Ну почти ваншоты. В смысле ваншот? У меня вроде не ваншот. Escape, так нажал, хорошо. Древесина. Я, блядь, пизда, отстань. Я его даже не заметил, понимаешь? На, блядь. Ну мне уже пизда конкретно, я тебе 100% говорил. Где, а где ХП? А, вот ХП 11. Блядь, белочка, блядь. А здесь прям именно на дерево надо... О, блядь. Хорошо, поехали. По Некселю двигаемся.
Дай моё желудь, моё, блядь. Красная белка, блядь. На, блядь. Ебать. Блядь, подожди, надо поменять эту сцену. А то я что-то не поменял. Я не понял. Все, смерть. First. Да как, блядь? Могилу как убрать? Ебать, ты а чё? Да сука, блядь, фиолетовое дерьмо. Куда? Ты, блядь, куда собрался? Я ж тебя затыкаю теперь. Ебануться. Или ты меня? Сука. Киркой, подожди, у меня нет... А, кирка есть, да? Сейчас, секунду, надо отомстить. Все. За меня все решили. Денежка какая-то выпала. Серебро, медь. Блять, сука, эти ебучие слизни, они меня уже бесят. Ты прыгнешь, блядь. Давай, ко мне имею, правильно. Так, escape. Изготовьте свой первый верстак. Подожди, верстак. Куда надо? Сюда или куда? Подожди, блядь. Ну и чё, блядь? Ну вы строит, нихуя не строит. Так. Это он ходит. Это карта. Ну вот, подожди, древесина, правильно? У меня их 97. Правильно, верно. Верстак. Чё тебе, блядь, надо? А, по КМ надо нажать. А почему здесь молоток выделяется тогда? Раз и все. И нихуя непонятно. Я ж, блядь, не понимаю. На, блядь. Ах ты, сука. Ролик, сорян. Фиолетовый, черт. Иди нахуй. Давай, Серега. Давай, тыкай его насмерть. Вот так вот. Опять здоровья нет. Здоровье появилось. Так, теперь надо поставить, правильно? Верно, 100%. Что это, блядь, за бабочка, блядь? Что это такое, нахуй? Тело Виталика было искалечено.
Синий слизи. А, вон можно поставить. Все, вижу. Раз, хорошо. И что теперь? И все. А, появилось много этих приколов. Броня. Древесина. Так, подожди. Сейчас полный комплект сделаем. Если хватит. Да, хорошо, хватило. Ёб твою мать, блядь, я не смотрю ж на тебя. Джек, защищай. Ну так я нажимал на него, а он что-то показывает, да? И чё? Ебать. Да ебать тебя. Это типа мне что надо сделать, да? Создать молот. Ага, вижу. Ты чё, блядь, делаешь, а? Сука. Да отстань ты от меня. Да дай дом пос... Да дай дом-то построить, сука. Чё-то душит игра. На эксперте вообще конкретно. Ну-ка, блядь. Не будем ее трогать. Нет, ты смотри, какой настырный, а? Ты смотри, какой настырный. Не пиздец. А не могу, они сами нападают на меня. Я это вот ты не поверишь, но они сами. Не понял. Деревянная стена. Ебануть надо сразу так. Где я персонаж? Персонаж. Линейка вкл, линейка выкл. Так, подожди. Надо разобраться. Ну, эмодзи, бестиарий, сортировка инвентаря. Вот, блять, а. Ага. Надо поближе к этому дурачку держаться. Пускай он их хуярит. Вот так вот, вдвоем чисто на пару его. Дерево еще подрубить немножечко. Да подожди ты, Шань, все будет нормалек. Но здесь главное сейчас понять, что к чему. Я пока не понимаю нихуя. Давай сюда поставим, чтобы было. Правильно, правильно. Раз, хорошо. Бать. Да вы заебали идти сюда, прекращайте. Это босс? Да, это босс. Сука! Души их, Джефф, давай! Пока там, пускай он душит. Я сейчас пока стены, наверное... Ах ты, сука, блядь. Подожди, как... Так, стена. Раз, хорошо, пошло. На. Хуй тебе. Не понял, блядь! В смысле, стена из дерева была? Опа! Не понял, блядь, подожди. Ну-ка еще вот так. Опа, блядь. Да заебешь! Ну ёб твою мать, блядь.
Блять, проблема. Ебать, их три теперь, пиздец. А? Да, а как они... Не понял, блять. Все равно не понял, почему они прошли. Я стену поставил, какого хуя, блять? Стена — это задний фон. В смысле, блять, почему? Не должно быть, в смысле седний фон, блять. Как мне тут... Ну, коробка, допустим, есть. Ёб твою мать, блять. Стена, сука, это стена, блять. Она все, она стена, раз, и все, и стена. Ну, блять. Меня деньги спиздили. Блоками дерева. Подожди. Сейчас разберемся. Где блоки дерева? Дерево. Ебать, иди нахуй. Все, да? Деревянная стена. Что-то, блядь, нихуя не выходит. Давай молот сделаем. Вот она просит молот, да? Правильно? А, ёб твою мать, блядь. Сейчас, подожди, разберемся. У меня много времени, чтобы разобраться. Сейчас все дерево срублю, чтобы не мешалось мне. А то визуально она так. Хорошо, так, у меня есть факел. Могу поставить? Заебись. Ёб твою дивизию. Чё, блядь, за хуйня? Заебёшь, блядь. Блядь. Надо просит делать эту, правильно? Да ебучая сила. Я, блядь, этого удалил, да? Надо было мир стереть, нахуй. Так, я думаю, будет лучше. Да не слабенький, я типа, я ж не знаю ничего здесь. Эксперт для профессионалов.
сначала разобраться, что да к чему, а потом, потом на эксперте играть. Блять, я Виталию стер. Видишь, я даже не знаю ни от того, что я стираю, я стер Виталию, блять. Теперь надо играть за черта. Ладно. В смысле, ты сокровища от меня скрываешь, не понял? Что ты себе позволяешь, игра? Ну-ка, прекращай скрывать сокровища. Подожди. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Не знаю, с кем ты поздоровался, Никит. Так, ладно. Цель есть. Хорошо, пошли. Если это была шутка, не шути больше так никогда. А так, привет. Так, сразу дерево много сейчас сделаем. Ну, я думаю, надо лес, пол леса вырубить нахуй. Мне попался Зак. Или кого? Или Зач. Зач или Зак? Как правильно? Пускай, ладно, будет Зак. Мне кажется, мне хватит. Так, спокойно. Так, я знаю, нужно верстак сделать. Это 100%. Раз, хорошо. Готово. Молот, да? Так, а потом бездомно. Постройте дом, подходящий для поселения вашего первого поселенца. Например... Гида. Гида. Да? Нихуя не строится. Чё, блядь? На, блядь. Ну-ка попробуй, тварь. Соси. Так я ж, блядь, не выкупаю нихуя ни четыре ни разу. Понимаешь, не? Ебать. Так, я все прочитал, но нихуя ж не понял. Если бы я бы понял, я бы все бы сделал, но я же не понял. Так, подожди, а дверь как? Так, вот надо уточнить, как делается дверь.
Поехали. Тварь, да? Ебать, здесь можно... А, да? Ебать, что? Подожди, стоп, надо разобраться точнее. Раз. Хорошо. Ты поставишь, нет? Ты чё, блядь? Всё. Ну, я типа так и понял. Хорошо, есть такое... Готово. Так. Гида. А это не выполнилось. А как она должна выполниться? Окна? А, стены, наверное. Стены поставили, да? Где же забор? Ты нахуй зашел ко мне. Давай завязывай. Земле, а, понял. Мне кажется, землянка тоже заебумба была бы. Закончилось, да? Что это такое? Это земля. Прекрасно. Ебать, хорошо. Это хорошо, когда есть земля. Во, сука. Ебать, это перебор. Да куда ты, подожди, стоишь? Как ты через крышу строишь? Блять, что? Подожди, блядь. Тут надо уточнить, секундочку. Нажми Ctrl. Нажал. Что-то... Терпи, я учусь. Я ж типа не знаю, что тут вообще происходит. А, да? Так, если задержать, то можно... Я понял. А, ну так бы сразу бы и сказал. На нахуй. Вот так. Так, все, везде затыкал. Нормалек. 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 А теперь вот это вот. Так, вот это безобразие надо убрать, снести, да? Бать. Подожди. Нормально. Если толстый, нажми Ctrl. Если... Да, блядь, там мне, знаешь, как бы особо-то до пизды, чего толстый, чего нет. Мне пока нравится так. Мне пока заебись, мне эту вот хуйню надо бы убрать, да. И можно вот так вот? На, блядь. Ну, ясно, блядь. Ладно, на задел на второй этаж остается, пускай, ради бога. Ничего страшного, пускай будет. Можно убрать, она не убирается. Так, гель, амуниция, материал. Вкусный, огнеопасный. У меня такого нету. Ебать. Ну, допустим, вот я построил дом. Но у меня ничего не зафиксировалось, кстати. Достижение не это, не дали. Наверное, я то, что сломал, да?
быть. Типа нет. Наверное, ее сносить надо, чтобы... Ну да. Блять! Нахуя такую высокую ее поставил? Так, пускай хуярит, все правильно. Так, допустим, коробочка готова, факелов нету. Факел надо искать, наверное. Ну ладно, скипаем это дерьмо. Добудьте первую порцию руды с помощью кирки. Ты чё в дверь стреляешь? Кретин? Где-нибудь, наверное, копнуть надо вот тут. Вот и руда, кстати. Лет камень. Ну да, это камень. Сейчас найдем что-нибудь. Мне вот интересно, как он высоко прыгает. Ну, забирается, я имею в виду. Ну, так вроде еще забрался, так что нормально. Без факела, конечно, беда. Конечно, беда, мне хорошо. Теперь может что-нибудь ей сделать из камня, да? Я правильно понимаю? Все, зависла игра. Я на эскейп нажал. А, вон, все нормально развисло. Чё могу? Факел все-таки могу сделать, серьезно? Блять, чё ж ты молчала, тварь, блять? Чё ж ты молчала-то, тварюка? Каменная стена. Земляная стена. Костер. Низейский факел можно поставить. А этот, который у кого-то нельзя, да? Можно поставить, материал дает свет. Не понял, блядь. Вот, давай печь сделаем. Пускай печь будет. На. Тут можно что-нибудь... Здесь 100% руду можно делать. Да, это же печь. Руду плавить. Не руду, типа, делать, а да, плавить в самородке. Как я понимаю. Серый кирпич. Что это такое, блядь? А, это, наверное, какой-то большущий такой факел. Большой такой. Не, мне большой не надо. Пока что. Древяная стрела и лук. Я пока не буду ничего делать, надо найти руду. Блять, темно, ночь, пизда. Надо делать лук. Режим, что? Что это такое? Блять, сбросить камеру, открыть карту. Ебать. Это фотомод, понял. Так, ну если что, вот охранник стоит тут, лезет. Зайди, брат. Надо лук. Думаю, нормально стрел. Ну дай бог здоровья. Интересно, сейчас он стену сломает, нет? А, все, да. Он мне что, гранату подкинул? Не понял. Я думал, мне гранату кинул, тварь. И тут, кстати, звезды что-то начали падать. Конкретно так. Хорошо. Черку тоже, думаю, поставлю тут.
нормально. Так, ну с той стороны не пройдут. И здесь я не знаю. Ладно, давай будем копать. Ну, кстати, кролики попались, да. Ну, бля, пизда кроликам. Кроликам-то все. А, ну как это, я понял. Типа как зомби в Майнкрафте выбивают эти двери. Хорошо, прекрасно. Надо искать руду, где руда? Я какую-то только грязь собираюсь. Он сам выделяет блоки, которые ему нужно копать, чтобы пробиться туда, куда я хочу. Ну, точнее, куда я нажимаю. Ебануться, блядь. Да я копаю. Не видать мне же нихера. Блять, серьезно? Давай прыгай оттуда. Хорошо, что он не знает, что я здесь. Ебать, заебись. Так, давай, пока. Наберешь. Ты как там справишься, вот это, набери. Правда, тут сотовый не берет. Ну как сотовый, смартфон? Не понял, блять. Так, а вот это вот уже... Ебать. Это звоночек. А как вы узнали то, что я здесь? Какой-то жирный. Тварюка. Фига себе, он знает то, что я здесь, охренеть. Что такое? Надо руду найти. Так-то долго можно вниз спускаться. Ну, камень нашел, хорошо. Помимо земли еще глинку собирать, хорошо. Там сейчас, наверное, хату вынесут. А, вот глина. Прекрасно. Больше ничего нет. Замечательно. А зачем ты сюда поставил, если сейчас ты ее сломаешь? Правильно? Правильно. Давай поставим сюда. И все. Ой, что такое? Ну-ка, спокойно. Да. Я нашел что-то. Оловянная руда. Так, надо сюда быть срочно, 100%. А ее мало. Ой. Неплохо. Так, обязательно сюда вот раз, хорошо. Ну так, бронзом можно уже все, да? Я, короче, пошел тогда плавить, попробую поплавить. Потому что я-то выполнил эту штуку, ну, мини-квест. Все будет нормалек, да? Все будет нормалек. Ну-ка, дай с луком стреляю, ну-ка. Уебал глаз. Уебал глаз. Пизда глаз. На.
Попал сюда, сука. Не понял. И все. Подожди, в смысле? Да за что, блядь? Ну все. Вот так уже сделаю, чтобы точно не забрать. Ты как пропустил, Зак, твою мать? Чучело. 15 факелов. Ебать. В смысле? А я, блядь. Все, обойдешься. Все, я сказал. Чего запустил, сука, блядь. Ган. Ну, открывай. Его попарно, нормально. Не, ну по единичке-то так долго будешь его лупастить. В натуре. Пятнашку сносит, а я по единичке. Так нечестно. Ну, нормально. Вроде даже в голову бью. Или ты у него не голова? Все, я хочу это. Ладно. Звездочка, звездочка. Что за достижение? Живите первую полную ночь своего персонажа. Хорошо. Создать кристалл маны из падших звезд и используйте его. Так, подожди, это пока рано. У меня 3 звезды есть, спокойно. Оловянный слиток, поехали. Ёб твою мать, Виталий, меня сейчас сожрут. Какого хуя ты их впускаешь в дом, дура? Как закрыть дверь? Зачем ты впустил? Я тебя... Можно его зарезать, чтобы он не мешался? Он меня бесит. Такими приколами. Бесил Винсли, так а что такое? Статуя доспехов. Можно поставить. Хорошо, блядь. Серебряная монета. А я же больше алюминия делал. Не понял. Ладно, пускай стоит без проблем. Удочка. Наверное, рыбу можно ловить. Ну, 100%. Стрела Джастера. 10 дистанционного урона, 4% шанс критического удара. Чтобы отбрасывать. Подожженная стрела. Это еще делается, а, из звезды. Конечно. А это из факела. Ну, точнее, с факелом. Интересно, блядь. Очень интересно. А давай сделаем эту. Почему бы и нет? Немножко такого, немножко этого, и все хорошо. Дерево заканчивается, да? Без проблем. Костер. Костер есть, костера нет. Будет. А почему бы дома не поставить? А какого? Нет. Все нормально. Опа! И все. Это можно еду теперь готовить. У меня, по-моему, это какие-то ноги кроликов есть. А лимон есть. Нет, на ноги кроликов. Подожди, я же кроликов убивал? Но ничего не понял. Наверное, что-то не подобрал, да?
Блядь, это что такое? А! Понял. Это хпшка восстанавливается. Во, как значит. А тут навыки есть? Ну-ка, надо найти. Вдруг есть. Бестиарий. Мать. Натуре. А? Это щелкнуло. Что щелкнуло, я не понял. Можно, кстати, вот здесь вот вниз и пойти, да. Не знаю, конечно, куда это приведет, но, наверное, куда-нибудь приведет. Земли собираю ультра много. Да, не в него столько лезет. Ужас. Вагнерическая пещера. Да? Есть пещера? Есть. А может, найду пещеру сейчас, подожди. Уже можно так, типа, нарваться на пещеру? А что второе? Подожди, ну-ка. Еще сундуки какие-то есть. Ебанца. Да, сделаем по-твоему. Я, конечно, не знаю, чего еще тут им есть. Найду ли я точнее что-нибудь. Что это такое? Цвет какой-то. Подсолнух, на нахуй. Нельзя. А, слизень вижу. Ага. Опа. Все. Либо дерево нашел. Не понял. Сюрикен, веревка, аксельбант. Контрон, да, понял. Надеюсь, я взял это. Да где оно? Ай, ебать! Типа я не вижу, где я что взял. Ладно, хуй с ним. Отъебись, блядь. Так, а разбить никак, да? Только копать. Ну давай. Давай быстрее копай, быстрее, пизда. Виталя, блядь, хуйня нахуй. Ёбаные гуки прилет. Зенит, таскинай, блядь, атака. Варь, блядь. Ну все, тут точно 100% все, ничего нету. Ебать.
Да, блядь. Так, стрела. Хорошо. Куда я взял? Я просто не понимаю. Он вроде берет, а вроде я хуй пойму. Нахуй ты ее сюда взял? Вот возьми вот сюда. Странный, блядь. Я, получается, контролом все удалил, да? Что было в том сундуке? Круто. Круто, блядь, заебись. Ну ладно. Бурет. Можно надеть. Прекрасно. Давай наденем на голову. Нельзя? А зря. Ух, ебать. Вода. Опять, как я понял, это типа корень. Или проход такой. Скорее, похоже на корень. Я, блядь, сука. Это кто? Что за черт, блядь? А, это гном. Я сразу-то не понял. Копье. Хорошо. Внизу че? Нет! Я думал, все, смерть. Ебать. Железная дорога, понимаю. Че я мучаюсь? А, подожди. Нихуя не видно. Веревка хорошо. Еще желтый какой-то, черт. Я не пойду к нему, не хочу. Угу. Гемка какая-то, хорошо. Так, ну-ка. Что такое тут? А, тупичок есть. Ясненько тупичок, да? Блять. Как уйти-то теперь? Все, да? Самое главное, забрался сюда, но где... А вылезти не могу. Подальше туда пройти. Ага. Ну.
Тварь. Урдак это. Кого? Давай, давай ее, вот сюда. Опа. Опа, все добыл, хорошо, прикинь, базебись. А нет, не все, вон там, ну ладно, хрен с ней, да, штучка, ничего страшного. В смысле? Не, да поставим. А, ну тогда давай поставим обратно 100%. Раз, хорошо. А я-то думал, а тут вон оно как. Ебануться, пизда. Тварь, да? Иди сюда. Подожди, я тебя не вижу. А я, блядь. Ну-ка, иди сюда. Как уйти? Ебать, как уйти нахуй? Не видно нихуя. Гель какой-то. Гель для душа. Да ебать тебя в ухо. А, да? Ну, так можно? Без проблем тогда. А чё, прям воду? Ну, поехали. А, Володя, блядь! Куда? Я не готов еще к таким приколам. Подожди, блядь. Поставь. Вода какая-то странная. Хуярик. На, блядь. Ай, блядь. Стоп, 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 стоп. Вот сейчас сюда вернемся. Где Вало? А, не знаю. Стой, 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 куда, 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 куда. Здорово, Андрюха, здорово. Володя, не знаю где. Наверное, у себя дома. Ух, ебать. Вольфрамовая руда, ля. Это такое мне нужно. Наверное. Это не точно, блядь, ни разу ни сколько. Опа, хорошо. Там еще какой-то осколочки. Ага, хорошо. Да заебись. Не понял. Давай с такими шутками завязывай, блядь. Я могу крафтить, кстати, вот так вот? А, я могу на этой... Ну тогда давай. Намного проще. Ну, почти. Блять. Поставь под железную дорогу, а? На, блядь. Да ёбаный сыр. Ну-ка. Ага. Давай, хуярь, блядь. Всё, отсоси. Извини, что так грубо. Но с ними только так надо.
Володю показывать? Да нет у меня Володя. Нету. Володя пропал. Все, домой ушел 100%. Что-то, а, железная руда, я даже не заметил, что это такое. Застрял. А, здорово. Не понял. Где продолжение пожилой шахты? Здесь? Ах ты, сука. Слушай, тут опасно. Блять, свет выключился. Подожди. Поставь. Давай, ладно, сюда. И сюда давай. Без проблем. Здесь как бы покультурненько бы сделать. Так, я думаю, нормалек. Ну, чтобы спокойно так взял, слез. Правильно? И все. Тварь, блядь. Да я тебя сейчас запинаю. Ну, давай попробуй. На, блядь. Опа. Смерть на коляске. Блин. Как, типа не получится, да, поставить тварь? Я хотел, кстати, вот так вот раз, как в Майнкрафте, и пошел. Ну, как в Майнкрафте. А, во, поперло. Что-то она здесь сразу не схватилась, я такой, ладно. Во, здесь руда какая-то, оказывается, даже была. Ля, это хорошо. Ну, давай. Оловянная, она неплохо. Блопы все прибывают и прибывают. Он сейчас, кстати, ко мне... А, да, забрался сучара. Ну-ка, иди сюда. На, блядь. Давай, попробуй, подойди. Все, да? Не понял. Да хорош тебе. Ты чего не бьешь? Да хорош тебе. А, полтора сердечка осталось. Все, сердечко. Меньше даже. Козлина. Так, у меня что я набрал? А что-то я много всего уже набрал, слушай. Ага, иду. Кто звал? Кто, блядь, звал? Я забыл, откуда я пришел. Опа! Остановите! Остановите, я сойду. Чуть-чуть опоздал. Вот это вот что-то такое, вот интересно. Не понял. Заебёр, блядь. Блядь, тварюка. Ну-ка, подожди. Ага. Все, да? Обосрался. Ладно. Так, кто-то тебе, тварюка. У меня есть лук, а я хуярю их ножом. Ну, ясно. И все? Ну, ладно. Кто-то умер. Ну, да ладно. Не понял. У меня есть лук, все, да? Уже не так это смело. Понял. Да, в принципе, у него вся смелость пропала, когда он умер.
Опа-о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 па-
Это что такое, а? Ничего себе. Блять. Я много чего пропустил здесь, оказывается. Тут еще вот. Там ничего не пропустил. Давай обратно. Тварь, блять. На, блять. Я же отсюда пришел, да? Ну, вроде здесь свет идет. Надо чуть дальше пройти по суше. Помню, да, вот здесь вот пролетел что-то. Ебануться. Интересно. Ля-ля-ля, смотри, ползает, сучара. Гном. Лавян руды, кстати, много, нормально так. Вольфрам, да, вот этот вот? Кусочек вольфрамчика. Угу. Вольфрамчик неплохо, хорошо. Так, ну я открывал это дело. Да я думаю, с землей закопать, чтобы никто не знал, что я здесь был. А то какой-нибудь гном узнает и все, охоту устроит, черт, падла. Гусь. Говна набрал. Это гусь, серьезно? Ну-ка иди сюда. Ура-па-пам. Видал, я через стены могу ставить. Ебануться. Что это такое? Давай все берем. Ой, уберем все. Берем все 100%. По-моему, я тоже это отсобирал, ящик сундучок. А я. Не надо, а я, блядь. А я, у меня. Да ебать тебя в ухо. Сучара. Злющая. Блять. Факел, неплохо. Не, ну вот ты его чё доебался? На, блять, по единичке. А чё такой молоточек-то ущербный. Вот 8 было, я видел. Чё-то вообще говнин какая-то. Ну, подходи, не стесняйся. На, все, да. Ля, в натуре, а это селезень или утка? Давай ёбнем её. Я за что, блядь, сука. Не живодёр, блядь, за что уточку убил, чёрт. А я в натуре черт. Не персонажа черт. Озеро, ля. Я. В смысле, ты не умеешь плавать? Ебать. Хоронить тебя не перехоронишь. В смысле, ты не умеешь плавать? Можешь на shift? Это чё такое, блядь? Сюда.
да, единист. Опа, попал. Да, все. Блять. Все, да? Что это за два полупокера каких-то, я не понимаю. Опа. Опа. Понял. Ляни страшно кричат. Да ты прекращай, блядь. Да хоть ты не попадаешь, сука. Утонул. Там побу дальше какой-то. Привет, я пришел. Много лута я принес. А ты, как обычно, нихуя не сделал. Понял. Так, шо... Ой, бля. Давай лавян сделаем. Прекрасно. Железная наковальня, давай. Свеча. Розовая ваза, глиняный горшочек, звезда в бутылке. Угу, интересно. Моток веревки. О, это хорошо для пещер, да? Прекрасно. Кирпич вольфрамовый. Сундук. Можно поставить материал. Прекрасно. Понял. Подожди. Лишнее все просто убрал, хорошо. Наковальню тоже можно поставить, да? Давай на сундук-то посмотрим, ничего не поставишь, то что? Ну, ёб твою мать, блядь. Переебать тебя. Ну, давай заставь, заебешь. Ну, как, ну, хотя бы сюда вот поставь. Ну, ладно, так, и так здоровечко тебе будет. Хорошо. Так, а, да? И что же я могу делать теперь? Нихуя, потому что что правильно? Я все взял из сундука. Давай вот этот возьмем. Камень давай возьмем. Веревку. Копье. Так сделаем. Телепортировать вас домой. Мне это не надо. Если что, сдохну и уже дома. Мысли. Ну-ка, давай. На, блядь. Телок. Унитаз. Спокойно. Опа! Попёрло, блядь. Люгер. Направление ветра смотреть. Хорошо. Оловянные ботинки. Железный молот, железный меч. Короткий меч. Очень высокая скорость. Давай, короче, на замену сделаем в натуре. Это выбросить куда-нибудь вообще надо. Безобразие это. Железный короткий меч.
Давай железнокороткий меч тоже делаем, а чё нет? У меня миссия нормалёк. Так, что теперь? А, все, железо закончилось, больше ничего не могу сделать. Хорошо. Ебал, заебись. Хорошо. И золу только защиту могу сделать, да, себе? Понятно. Тварь, блядь. Так, удалять как? На контрол, да, блядь? Смерть, блядь. О, неплохо. По дереву все нормально, вроде пока не надо. Что это такое? Нифига, олово. Да ну. Интересно. А её много, смотри как сколько. Нормально. Ебануться, олово что-то миллион. Давай только не сюда. Пролетай давай. Ну и все. Семьдесят пять оловянные руды. Ебануться. Неплохо. Чего не выберешься? Давай вот это вот сломай. Вот тварюка, блядь. Ты чё, издеваешься? Раньше не могла так сделать? А, наверное, дерево мешало 100%. Так, здесь точно все сделал? Да, здесь точно все собрал. Жалко, но это не рубится вот тут. Основание все срубил здесь, но она не это. Но она не это, не того самого. Так, еще какую-то говнину нашел. Так, спускаться я не буду, потому что я здесь-то был. Надо следующее искать. Как я понимаю, типа микропоселение гномов. Жилое поселение гномов. Хорошо, замечательно. Ну-ка давай меч попробуем. Ну-ка иди сюда. На, блять, 8. Все, да? Умер. Иди сюда. Уже не так прикольно, да? Обидно, да? Ну все. Все, сиди, плакай. На железной кирке, наверное, она быстрее копает все это безобразие. Почему вот я плавать не могу? Вот это вот, конечно, блять, загадка, нахуй. Ну ладно, похуй. Ох, ебануться, ебать дурачок, блядь. Все, пизда.
Дарвантух. Не понял, блядь. Уебу. Уебу, блядь! Где лук-то? Креветка, да? Да. Понял, а, там мешалось это. На! Получай! Все, погибло. Натовские дроны преследуют меня во всех играх, я не понимаю, зачем, блядь. Не везде, блядь. Эти натовские дроны, они везде. Это как будто за какой-то заговор. Виталия, зенитная установка. Работает круто, но не точно. Нифига ты богатый? Антох, нифига ты богатый, такие смайлики уже обзавелся, понимаю. Был, получается, мажор, это, шейх, не мажор, извини, хотел сказать мажор, но вовремя исправился. Тихо, блядь. Ну я буду долго стрелять, что ли, по стене. Давай кто-нибудь. Да. Ну давно пора, надо было его уходить, как бы, anyway. Правда, потерял много. Целое золото. Ты хочешь есть? Так, иди найди себе поесть. Так. Подожди. А, вот. Я же как раз забрал. Добыл миллион этого говна. Оп. Хорошо. Золотой слиток? Будет свеча. Подожди, блядь. А воск тогда на за... Зачем? А я думал, воск и веревка это свечка. А здесь оказывается все проще. Факел и золотой слиток. Получится свечка. Надо будет попробовать в реале. Хорошо, без проблем. Без проблем, в реале надо осуществить такое. Золотой слиток? Блять, дорогие свечки получаются. Целое состояние стоит, охуеть. Ебануться. Здесь. В натуре. Ебануться. Надо создать эти факела. Дерево пока не уходит, нормально. Отлично. 500, все. Я теперь так сказать, надолго обеспечил себя стрелами. Ну, по крайней мере, 100% надолго. Где? А все, да. А, гель закончился в натуре. Надо этих... На, блядь. Получай по жопе, тварь. Ва! На, блядь. Отстрел чертей происходит. Говнодемонов. Ну куда? Все, да? Лё. Мне, конечно, это прикольно, что вы там бегаете, там, ну, да. Дом не подожги, не смей, тварь. Ну-ка. Отлично.
Замечательно. Теперь я выгляжу не таким слабым по сравнению, как он был в начале. Даже сильнее немножечко. Это мне было немножко некомфортно, когда он всех лупасил, мог упасть, а я нет. О, а это тоже пеньки можно тоже разрушить, да? А если пенек разрушишь, там дерево больше не вырастет. А нет, да, пускай растет. Тварь, да? Блин, а тут есть кровать? Можно сделать кровать? Вроде веревка, паутина есть там, что нам? Может, перья еще нужны? Кровать, чтобы взял, так уснул, и все, заебись. Жалко, не в зомби. Оловянный меч. А, нет. Он на одну единицу хуже. Кирка. Мощность кирки. Очень слабое отбрасывание. Да мне особо-то не надо. Мне вот и раз, хорошо, и все, пошел. Как раз замечательно. Ну и топор, ладно, давай тоже топор, а чё? А все. И прекрасно все стало. У, блядь. На нахуй. Блядь, почти попал. А чё перестали загораться-то? Во. Чё ты фигня? Вопрос, я выберусь, нет? Да. Нет, все нормалек. Прекрасно. Куда? Зачем ты в дом завел этого чучела вот этого вот? Чудика. Вот чудной тварь, а? Ладно, я пойду дальше исследовать, несмотря на ночь. Может, я это зря делал? Ну, неважно, короче. От солнышки светится, в смысле? Ну, ладно. Ладно, пускай светится. Без проблем. Дай бог здоровья получается. Еще одна звезда, офигеть. Еще одна, да, хорош ты, да ладно. Дай мне эти звезды. Хуяк. Я где-то здесь умер. Я кого? Я глэк, блядь. Смотри, какой чёрт. А, это биом какой-то заспавнился неблагополучный, да? Да, пизда, пизда, креветка она атакует. Да ладно. Опять убили. Заебал. Опять убили. Ну ладно. О, кстати, можно в другую сторону сходить. Я что-то забыл. Тут же не только можно влево сходить, правильно? Слишком низко наводишь, он что-то прям супер в это вниз стреляет, прям в землю. Хорошо.
Серебро неплохо. Звезды можно пособирать. Я, конечно, не знаю, зачем они нужны. Ой, ебать, глаза. Ай, подожди, у меня там вопросы были. Чего пристал? Это прикол, что ли? Я не могу попасть. Интересно, а что здесь? А, здесь то, что пока то самое. Ебать тебя в ухо, блядь. Я не заметил. Попал. Ебануться, что здесь делаю? Подожди. Тварь, да? Вот так вот. Пиздец. Поплыли, Саша, поплыли. Не, ну ты издеваешься, да? Давай завязывай. Еще разок рискни. Баба, да, поперла, да? Нормалек. Сундуки можно воровать, оказывается, я не знаю. Ля, вода поперла. Все по болото будет, да? Интересно, докуда? Интересно, докуда это болото будет? Блять. Че, прям до дому? Ля. Мне кажется, воды здесь слишком много, чем там в самом озере было. Вода просто это... В геометрических масштабах немножко выросла, распространилась. Бать, тут очень супер много воды. И все. Пиздец. Ну, я хотел прям до дома, чтоб ключ бил. А ну почти. Ты издеваешься? Я хотел прям, чтобы до дома так раз и тоже. Ну это копать надо много. Не, не хочу. А так прикольно. Не понял, пересохло. Пизда. А, ну я... Ну-ка. Давай, поплыла. Или нет? Не понял. Да ты заеб... Ну вот что тебе я сделал, а? Подумаешь, половину твоего братства перерезал уже. Ну что такого-то? Ну, не надо так реагировать-то сильно. О, пошла вода. Хорошо, блин. Белки в воде плавают. Ебанешься. Ах, здесь тоже, да? Ломать надо. Чтобы вода текла хорошо. Раз, и все вытекло. Опа, не понял, спокуха. Опять оловянные залежи. Да.
Интересно, есть ли такие железы? Или они только железо на глубине? Ну, прикольно. Железо, я как понимаю, прикольчик такой редкий. Перепрыгивай. Молодец. Так, а вот от синий, походу, прям точно в это. Нет, тут тоже проебался. Правильно. Нифиг. Так, ну-ка, синий, перепрыгивай. Тварь, блядь. Жилое попадание произвел. Так, а здесь немножечко уже... Надо вот так. И все. Она, надеюсь, сейчас зарастет, да? Ну-ка. Ты чё? Надо штучку. Я тебя ударю сейчас. Не ставить не хочет, ну ни хрен с ним. Опа, все. Для я воды развел, сунарь. В смысле не зарастет? Почему? Да за что? Ну тут еще можно, кстати, осушить немножко воды. Но мне это не хочу делать. Почему это чучело не может плавать на шине? Да за что, блин? Плавать это... Не уметь плавать это так хреново. А вдруг это потоп? Все. Вдруг потоп и все. Шмотки для плавания. Нет, а почему он обычным не может плавать? Ну-ка, иди сюда. Ну ж, вроде как человек, как понимаю. Ну, это вот это вот... Да. Это ж человечек получается. Он не умеет плавать. Это хреново, блядь. Перепрыгивай. Давай, все втроем. Ах ты, сука, блядь. Ну хорошо, ладно, если это на то дело пошло. Если он. У него полные карманы руды. Вообще, как он насиливает ходьбу? Типа. Он вообще даже не теряет ни стамины. Ну, у него стамины нету. Правильно? Правильно. Как он либо, ну, вообще, в принципе, с пустыми и с полными карманами, неизвестно чего, ходит одинаково. А почему плавать он не умеет? Даже если у него ничего не будет, он, я подозреваю тоже, что он ничего не умеет плавать. Вот это вопрос. Почему его разрабы, собственно, его родители этой игры, забыли или не обучили такой функции? Либо он может обучаться, типа, он через некоторое время сможет плавать. Тут тоже вот может быть такая фишка, типа. Может, это обучаемый, как бы, черт. Это другое место. И понял. Островок ничего такой будет. Здесь на. О. Бля, целая семья. Сейчас я ее порежу. Погиб. Как бы самому не репнуться. О, он что-то несет. Ну-ка, это мозги? Там в него прям внутри прям мозги. Это мозги похожи были, да. Прям похожи был на мозги. Они еще умные? Не понял. Опа, не понял. В смысле?
Ну, а же без этого, без комплекта брони, правильно? Ну, рыцари долго, кстати, ходить не могут, типа, в обмундировании. На то дело пошло. Это свободно ходит. Почему тут так резко на пустыню меняется? Тоже вроде особо пустынь нет. Интересно, блядь. Hands up. А вот все, пустыня пошла. Ля. Кактус, 5 штук. Хорошо. Да подожди ты! Коршун, блять, как тебя? Ну-ка, подожди. Я-то думал, блин. Так, интересно, вот здесь нужна веревка. Ну, типа, если я сейчас впаду, ничего не пойму. Это надо веревку обычную, да? Правильно я понял? Где она? Я ее не вижу. Я думал, она... А, вот веревка. Не понял, блядь. А, вот. Блять. Ебануться. Володя, шо за пизда? Подожди, не знал. Я не знал, что оно типа так вот. Раз. Ты будешь спускаться или ты упадешь? Так балдешь четко. Стой, подожди, прыгай. Крыса. Да подожди, давай. Давай. Хорошо. Да, блядь. Там в темноте. Как поставить? Не ставится. А вот поставил. Тем более, вот, на коне. Ну, в любом случае, я думаю, можно... Ах ты, сука, блядь. Она одновременно похожа и на крысу, но это не крыса. Это какая-то гусеница, или... Или какой-то жук. Ладно. Без проблем. А то музыка мотивирующая. Что это такое? А, блядь. Сука. Кристалл маны. Подожди, а если я нажму Shift? Он сразу делает все, правильно? Вот что вот у тебя есть, ты... или как, блядь? Интересно, интересно. Серебряный кирпич.
И все, больше ничего не могу сделать. Все, капут, да. Найдите, разбейте свое первое хрустальное сердце под землей. Двадцать четыре вида слизней. Понял. Чего-то здесь много достижений, однако-то. Убийца, сборщик. А еще фильтруется, понял. Претендент. Так, подожди. Я хочу... Ну, тогда, наверное, думаю, не стоит туда идти. Пока я какие-нибудь эти не соберу. У меня сколько железа, кстати? Железо есть? Или как? Вольфрамовый слиток, золотой слиток, серебряный. А здесь будет цветок дня. Дай бог тебе здоровья, цветок. Вот это я, кстати, возьму. А вот это надо... Ёб твою мать, Виталя, Сергей, как тебя там звать-то? Какого хера не дома? Закрой дверь. Не закрывается. О. Я разбираюсь со своим хлапом. Подожди. Что тут какая-то говнина всякая. Сундук второй. Можно, кстати, поставить сундук на сундук? Линза, звонок. Какой-то плохой. Вот этот круче попался мне. Лапинная челюсть. Глубнуться. А как вот это вот сделать? Там не стукает, стукает он. Как надеть-то? Подожди. Дом, режим камеры, экипировка. А, вот экипировка, нашел, хорошо. Бац, и есть. Да, сука, Виталя, как тебя там, твою мать? Зачем их впускаешь в дом? Дурачок, что ли? Они сильнее стали, мне кажется. Обычные стрелы лутаю, неплохо. Пойдем налево опять. Правда, меня там тоже убивали. Ну ладно, там хотя бы понятно, что происходит. А там я... Ух ты, блядь, я обосрался. А справа там какая-то дыра, непонятно. Не ясно. Но веревку сделал, если что, можно пустить с собой. Не понял. Блядь, да, нихуя не видно. Ты хоть сказал, что ты идешь. Подсветить себя вот точно. Понимаю. Гук, да? У
Вы хоть как-нибудь уведомляйте, что вы там это идете, там порычите, чтобы я понимал, что вы рядом где-то, чтобы не обосраться мгновенно. Так и все. Да хватит тебе прыгать. Не понял, там дырочка. Давай, не надо в дырочку. Да заебешь. Где огненные? Варь. Благо здесь лук не падает из кармана. Он не догорел, офигеть, чего? Чего не догорел-то, обалдел что ли? Кстати, стрел заканчивается уже, подходит к концу. Я думал, мне хватит надолго. Расстрелялся. Не сдохнуть бы, добежать хотя бы чуть дальше, чем умер. Ага, завязывай давай. Опять не повезет. Опять не... Или он деревянными стрелами стреляет? Я не понимаю его вообще ни разу. Это прикол, я понял. 10 стрел выпустил, ни одну не попал. Понял. Приколюха. Прикольчик. Ничего такое. Хороший прикол. Мне интересно, что меня било? Мне деревья... Ух ты, ебать. Попади, пожалуйста. Здоровье не бесконечное. Я уже умер. Пришло время копать. Не, ну так дело не пойдет. Блядь! Их слишком много. Так. Нормально. Я хочу добыть, я даже не посмотрел, не успел. Нет, что я добываю? Не паниковать, сейчас разберемся. Кого? Ну ты сиди там. Звезда упала. Обалдеть, крепкий. Как далеко здесь можно, кстати, уйти? Интересно. О, я сдох тут. Круто. А, заебешь. Натовский дрон. Да хорошки, видать, подбиваю. Ну, на самом деле, очень сложно мне попасть. Невозможно прям как сложно попасть. Что такое? Что случилось? Все, да? Получается, все, да. А нет.
меня глаз мелкий. Маленькая глазюка. Давай зовем... О, блядь, попал. Хорошо, Кирос. Да, блин, он мне это теперь не отстанет, да? Паук. Дай докопаю. Что это такое? Оловянная, не хр... это хорошо. Потом железо, ну ладно. Дай бог здоровья этому железу. Ой, денег-то сколько, ебанешься. Кто меня бьет? Прекращай, давай. А, да? Ну ладно. Володя, куда я пришел? Ну и нахуй. Ай, блядь. Изда мне, Саша. Сань, доставай пистолет. Изда мне. Да, занесло. Да как? Да за что? Ну, не может, ну за что? Негодяй, блядь. Опять туда идти? Мне теперь стало интересно, что-то же там такое. Это, скорее всего, наверное, какое-нибудь сердце, да, вот там вот я в достижении прочитал, там какое-то сердце. Наверное. Ну, 100% получил. О, подожди, не понял. Спокойно. Вот здесь вот обстановочка сразу накалилась до критически ебучего уровня. Так. Как сделать стрелы? Нужен камень. И чё? И всё. Стул, стул и свет. А, ну давай построим, попробуем. Да я так перепрыгнул. Ну давай построим дом, ладно, хрен с ним. Ну, в ту сторону пойдем. Ой, вот это лишнее взял. Варь, да? Ой, забыл. Ну, допустим. Куда? Вот сюда. Аж куда-то вниз поперло его. Вроде сделал, да? Нормально, прекрасно. Прекрасно. Так, это перебор. А может и нет. А может быть и нет. Где дверь, говоришь? А, дверь у нас не тут делается, она вот тут. Вот в случае мастерской. Так вот, прекрасно, замечательно. Делаем три даже двери. Здесь мы вот так вот проход аккуратненько чекрыжним. Не понял. Без проблем. Все понял. Опа. Поехали. Так, здесь перебор. За что?
Ну, это не критично. Раз. Теперь стулья, кресло. На. Уйди. А ты специально там встал, а, твара? Пошли-ка сюда. Хорошо, прекрасно. Теперь стены, да? Не забыть про стены бы, блин. В натуре стены чуть ли не забыл. На верстаке что делается тоже, да? Прекрасно. Можно камень на стену. А, у меня камня нету. Будет такое. Заебись. Ебать. Ау. Не, ну такую технологию я не знал. Рома-желудь. Технология называется Рома-желудь. Ну ты говорил, но я же не применял. Но я такой не понял. Не, реально, я про такую технологию не знал, натуре. Ну ты говорил, но я не пробовал, поэтому не знал. А если бы я бы попробовал и узнал, тогда бы я бы сказал, что я знал. Правильно? Технология называется Виталий, не Рома. Ну зачем ты внизу-то строишь? Ну твою... Удаление Ромы из Виталия. Что это? Типа это подвал, спуск, кого? Мне кажется, хватит. Да еще две комнаты здесь сделать. Правда, надо еще будет тогда сделать штучку одну. А я. Ура, она выполнилась. Бабук, привет. Опять врёшь? В смысле? Я не вру, блядь. Врать это хреново. Я не вру, я просто не понимаю. Врать и понимать, не понимать, это, блядь. Да. Прекрасно. Так, давай сюда куда-нибудь запихаем. Ну, давай отсюда вот. Нормально, да. Ну, а чё? Нормалёк. Пёрло дело, ля-ля-ля-ля-ля. Там не хватит. А ты вовремя прям подоспел, дружище. Я сейчас вот прям буквально пару минут и ухожу в другую игру. Потому что народ собрался. Thank you.
Это стол, это не верстак. Какой верстак? Ты о чем? Не. Или верстак? А, я понял. Верстак я не ставлю, ты чё? Это столы. Оп. Ты немного это, не потерялся. Верстак, вон он, маленький. А это стол. Не будем о грустном. Так, давай сундук еще поставим сюда, потому что мне как бы... А нет, давай сюда поставим, а чё? Раз, и все хорошо стало. Раз, и все. И все. Я вот правда не знаю, вот это вот что такое. Надо убрать это, блядь. Да ты роешь, сука. Раз, и все. Понял. Без проблем. Вот и все. Так, это получается... Еще вот сюда надо вот. Ну или сюда, пускай будет. Насчет того, то, чтобы это поиграть вместе, я не знаю. У меня народная версия. Смотря какая у тебя. Не понял. Алло. Понял. Может еще поделить так вот комнатку? А? Ну давай. Где дерево? А. Вижу. Прекрасно. Замечательно. Я ударю сейчас. Не, реально. Я тебя сейчас... Блять. Пока здесь пускай без двери будет. Что-то как-то она неправильно работает. На, вот тебе стол там. Живи, счастье, здоровье, благополучие, тварь. Кто бы ты тут не жил. Дверь закрой. Здесь вот. Дверь поставь. Бать, в смысле? А, наверное, вот эта вот штука мешается, да? Наверное, 100%. Сундук мешается. Да, сундук мешался. Ладно, без проблем, сюда поставим. Забыл свет поставить сюда. Светлана, ставься вот сюда. Хорошо, прекрасно. По фэншую, да? Да. Не понял! А я! Ты не хотел туда. Блин, ну это некрасиво, конечно. Иди сюда. Как ты через крышу поставил? Вот. Нам надо безобразие убрать, да. Я, конечно, не перфекционист. Вот это бы я бы убрал дело. Так, ну чё, молодежь, давайте идите сюда, там дома, кровать можем поставить, а от кровати не знаю, как это делать. Если есть кровать... Завод, да, сейчас будет заново строиться. Все верно. Здесь кровати нет, как я правильно понимаю, чтобы редупликация пожилых людей производилась быстрее. Кровати здесь нету. Ну, в принципе, можно и на полу, а чё нет? Да, блядь. Так, подожди. Как теперь? А как сохранить игру? Вот, если честно. Я понимаю, что есть автосохранение, но вот если я хочу...
А, ну давай. Так, ну шо, игра душная на самом деле. Вот я 2 часика поиграл в эту игру. Могу сказать то, что игра душненькая такая. Но здесь надо играть в несколько человек. Чтобы прям весело конкретно было. А то в один момент можно дойти до того, то, что ты не знаешь, что надо тебе делать. Вот реально. Пока что я не дошел до такого момента. Не важно. Главное в 2 ствола. Ну и более. Не в 1 ствол, а в 2. Ну или в 3, там. Ну как